За дело берется мясник. 6 побед подряд на рыбе. Он перекачанный. Ошибочка. Вообще простейшая. Хорошо. Ну все, у нас кушай большая щечелик. Так, окей, господа. Доброе время суток. Меня зовут Милорд. Добро пожаловать на мой канал. С вами скат на бучке. Будем вести бучки. И бучку морфу мы уже успели набить. Собственно, он совершил большую ошибку, когда перекачался. И не взял с собой веточку хотя бы. Окей. Стою, получается, на харде, стою против рыбы. Ой, ё-моё. Это как раз-таки та рыба, которая предсказала себе... Погоди, возьму сразу ботинок, чтобы не броневика. И можно будет просеть, хоть как-нибудь. У этой рыбы уже 5 побед подряд. Надо-ка выбивать ему стрик. И зачем он пушит линию, погоди. Это что за прикол? Ты на харде, и ты еще пушишь линию. Они тут меня и убить могут. Погоди, у него 5 ангусов, топор, вижу. Так, у тебя, ага. Ну окей. Главное подобрать, раньше не подставится. Я вижу, у него арбушки нету, так что можно и что-то да попробовать сделать. Там, не знаю, поточковать немного его или что в этом роде. Хотя этот говнюк качал пассиву. Вон, кусок от меня откусил. И сколько бы силы сейчас у меня не было, все равно велика вероятность, что я просто сдохну. Если я неудачно подставлюсь. Потому что получается опарыши на меня вешает заморозку, потом рыба прыгает и все, считай, меня нету. Так что я лучше буду в сторонке стоять и пытаться как-то крипов тут добивать. Типа вся моя задача пока что. Ну и может там на низ перекачусь. Ага, и крипов донает. Говник. Че там? А, вон какой опарышин. Вообще странно, что они не реализовали до сих пор эту комбу через прыжок. Не хватило прям карпалинок дамага. Аж обидно. Ну окей, я тут выформлю себе солринг. Это что за прыжок был? А это походу... Ага. Это что такое? Путает меня, зараза. Где линия вроде как подпушилась, вообще подходящая. Очень даже подходящая. Что он делает? Если что, за хилом есть. Добей крипа, добей, добей, добей. И встань на эту точку, добей и встань на эту точку. Ближе, ближе. Черт. Ну там такое, как бы крип крипа зашел. Не дам. Мангусы пока не будут тратить. Они мне хотя бы хоть какой-то реген дают. А так, что здесь? Плюс так, плюс так. Хм. Еще один крип, плюс уринг. Зачем он линию пушит? Стоп, 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 не надо. Хорошо, плюс уринг. А, он со временем там еще и от воды шельпилит. Ага. Если бы он вкачал на двоечку. Ага, он вкачал. Погоди, мы можем сейчас замутить килл, если все правильно реализуем. Вот на красном опарышине. Он пытается меня как-то размять, ко мне сейчас лоринг прилетит. Получается, он жмет второй, и я подхожу, воняю, и все, считай, его нету. Может даже не трем... Ага, здесь вард, я понял. Да надо рыбу на кнопки разводить, а то он себе уже 2 раз бенда купил. Как бы, что за дела? Кнопки нажимай свои. Или хиляйся. Я себе все просто вытяну. Не. Погоди, это прям очень нагло. Я еще и замерз, вы просто гляньте на это. Я еще и не заденайлся, ё-моё. Я все думал, когда они реализуют эту комбу. А вот, как раз.
Я правда не понимаю, чего они ждали. По сути, в харде я сейчас стою в солямку. Пугна так бегает, икспу у меня стилит. Время от времени. А где же глаз тогда стоит, если он меня здесь видел? Вот он. Не. Опять заморозка? Так, прыжок, прыжок. Все хорошо. Еще два тангуса. Так, на всякий случай топор куплю. Еще один тангус. Говнюк разминает меня. Но у меня сейчас семерочка регена, получается, я получаю 4 левел, у меня уже становится где-то 12 регена. И пусть им что хочет, что и делает. Я буду просто ПКД сейчас разминать. Со? О, даже тренажка, вообще шикарно. Но я боюсь подходить, потому что он Operation рядом, он будет постоянно сейчас меня накидывать. Во! Если бы он на линии это постоянно делал, то рыб не фармил его вообще. Все, у него нет ангусов, можно просто разминать засранца. Так опять же, Пугна отошел. Я не знаю, где Operation. Нервирует меня эта зараза. Потому что сейчас Operation может прийти, и они меня заберут. Он отдаст мне телегу? Ха-ха! Че за прыжок? Ну пусть Нага заберет, мне не надо. Тычку, тычку в теле. Ну чтоб тебя. Слышно, нервно. Угу, минус прыжок. Делаешь охват? Сейчас. Не знаю, может. Сейчас прыгнет. Ебать нога, блять, гоняет. Охренеть. Я сейчас замерзну. Не замерз, хорошо. Ты что, до конца занушил идешь? Нет, ты чего на меня пикаешь? Ты думаешь, я бы ухукнул и выжил, что ли, при этом? Извини, но нет. А это что за магия была? Это каким образом он как ныл сейчас увернулся от моего хука? Они без меня сейчас убьют его. Морфеус? Угу. Надо хоть разочек рыбу размять. Типа он стоит, по сути, просто как будто на... Как же тебя, говняк, так выловить? Он стоит прям вот... Очень неудобно для меня. Хоть оранжевика убью. Все, он шестой, уже бесполезно. Удивительно, что сейчас 9-я минута, счет 1-1. По сути, одно убийство у меня и одна моя смерть. Все. Собственно, вся игра за 9 минут. Что за максимально такая китайская дота? Я боюсь к нему подходить, я без шестого как бы... Просто лопну. Я могу прийти так-то. Живи, мужик. Погоди, это он на меня попикал, чтобы что? Отлично. Ну окей, 800 голды на руках. Здесь, кстати... Я удумаю, имеет смысл купить фейзы или же нет? Заберу книжку. Надеюсь, ты не будешь против Пугна.
Ты вроде как добрый, откуда там пилишь? Но... Не знаю, не знаю. Буду тактично в этой катке. Соберу так, плюс еще один инлейс. Ну то, что у рыбы есть Shadow Formulant, это как бы очевидно. Он стоит все это время против крипов, по сути. Мне напрягать его особо не получалось. Если бы мы с пугной стояли, то да, то получилось бы, а так нет. Но много неплохие такие плюхи раздает. У него всего 900 хп, стоп. Его можно сейчас забрать. Если рядом Парэшен не будет. Но я на карте его не вижу, он скорее всего где-то рядом стоит и крысит. Выжидает момент, так сказать. Ущелье не пушится, пушится, пушится. Все, пора. Как это? Стоп, что? Это бред. Увидали, половина моей ульты прошла. Половина. То бишь... Он нажал Дарпакт, когда я нажал на ульт. Тем временем я стал его жрать. Как это работает? Я не понимаю немного. Стоп. Что? Что произошло сейчас, когда мы с Ларка били? Как он успел нажать на Дарпакт? Я понимаю, что он, скорее всего, нажал его заранее, но тогда он и должен был прожаться быстрее. Странно. Конечно, анимацию я не успел отменить, но как бы хрен с этим. Догрызли. Я потом хочу реплей посмотреть и глянуть, что это вообще был такой с рыбой. Ну что, ребятка, вот, собственно, этот момент. Смотрим. Видите? А, Десембер уже почти начался. Тут осталось просто 1/100 секунды до начала Десембера. Он не нажал на Тарпакт. В этот момент еще он не нажал. Смотрим. Видите? Десембер. Все, он сейчас начнется. Здесь как бы даже доли секунды нету, как он начнется. Все, он начался. Как бы я его жру в этот момент. Он не нажал на Дарпакт. И... Видите это? Как это вообще могло произойти? Ульта началась. Но он нажал на Дарпакт. Когда уже ульта началась, он не заранее нажал, он нажал в тот момент, когда я начал его жрать. Как это работает? Риба, а риба? Я буду наглеть. Ты здесь, ты здесь. ТП легион. О, там ТП идет, чувак. Он не уйдет. Это моя булочка. Хорош. Подойди. Мужик, у меня нечем хелпать, у меня хука нету. А, тут двое нет. Уходи, уходи, уходи. Ебать, тут погоня, я ебал. УКД, УКД. Ух, что творят. Он полностью перекачанный? Ну, почти. Ой, как все плохо. 6-й левел, тут и 4. Нет, 3. Тут как бы такой момент. А, я могу кого-то хукнуть? Того же Апарейшна, к примеру. Вот здесь... Нет. Чего мы порнозваем? Может, ты прохожешь? Только я сдохну, вероятнее всего, если бы я хукнул. Потому что там столько кнопок сразу мне прилетает.
Тикс. Опа. Хотя Аур ушел. Если я сейчас Салямба Парейшина выловлю, то можно... Вообще, опа-на, а вот Парейшин. А вот второго. А ты кнопку не успел нажать. Это Таверна. Не надо, не надо, не надо, хорошо. Что-то много утворяет. Охренеть, 16 левел, 7-0. Молодцу. Я рыбу не вижу, меня это нервирует. ШБ, 15 минута. Ну блин, это нормально, нормально. Две руны. Тут почему никто не забрал? У меня, считай, блин, готов. С таким затором это вообще очень неплохо. Только нужно пару крипов забрать. Жалко, манги нельзя продать. Вот почему их нельзя продать, я понять не могу. Тот же самый артефакт. Потому что сейчас он, по сути, стал бесполезен для меня. Ту же самую кларетку, к примеру, или же... фласку можно продать, а вот манго нельзя. Почему? Рыба. Вот сейчас, да, сейчас понимаю. Ну, конечно, конечно, приняли меня вчетвером уж на одного буча. Могу, могут, могут, да, мощно, мощно, протуганка наряд выехал. Бля, чувак, я вообще ни хера не храню. Одного крипа, это не категорично, знаешь? ВК фармить на раз, что это даст? Я всего лишь. Ни хрена, что она утворяет. Да не знаете, просто можно сесть сейчас вот фонтанно и смотреть, как Нага за меня игру делает. Видно, что челик просто умеет на Наге играть хорошо. О! Плюс блинк превосходит богов. У меня есть этот... Так, дай-ка, дай-ка мне мою прелесть. Я так понимаю, Нагу как-то лучше, да? Потому что меня в последнее время она часто ебёт. Если ты думаешь, что в райскинг не керит, то тебя, по-моему, должны все ебать. Это я ладно. Это не я вообще-то думал. Да я шучу, заебать. Я так и могу выловить, но я, не знаю, в солям бы не справлюсь. Это на самом деле топчик, реально. Она сейчас вот по этой мете последняя, она прям вообще огонь. Эх, чёртова рыба! Рыба за мной охотится, на меня кнопочку, кнопочку, спасибо. Ля, что творят. Жалко, не задонаился. Но она сейчас ДДшка так нарежет всех подряд. Я так и не смог реализовать свой блинк. Просто по хуях уже идет. Не. Обалдеть. Кстати, если так глянуть, до сих пор стоят Т1. 18 минута. По такому критерию можно понять, что игра просто сейчас будет выиграна еще за 5 минут. Вот осталось 5 минут и будет падать трон. Потому что они ничего не могут нам уже сделать. Блин. Да, ну чё ж ты раньше не дал такой, или у тебя КД был? Я могу так-то морфа... О, тут рыба. Я, кстати, походу прям ровно в прыжке его поймал. Первый поехал. Отряд, осторожно, сзади тебя, это,
Блять, забыл. Регион. Принял. А, окей. У меня хуха нету, чтобы ее поймать нормально. Рыба все, рыба наигрался. Здравствуйте, у рыбы 5 побед. Он в этой катке слил свой стрик. Все. Катка даже закончилась быстрее, чем я предполагал изначально. Да можно в трон идти, они все, они сдались. Я думал, придется попотеть немного. А тут вот оно как. Можно я книгу возьму? Да. Сейчас мне 3 ХД осталось. Можно ради книгу? Яша. Боже. Ну чё, налетайте на меня семеро, я готов принимать дэмэдж. Или они полностью сдались? А, он АФКшный, без вещей. Ну такое. Просто угомоните, угомоните это чудовище на наге. Ладно, не гони, братан, какой, игра только началась. Повеселиться, что ли? А что происходит? Что, что они пытаются сделать? Ой. Троих. Она, кстати, может под фотон спокойно стоять. Потому что сейчас она иллюзии призовет и все. А вот я не могу. 2700, пойду метеор хаммер куплю и побыстрее закончу это избиение. Господа, что ж, ВК, погоди, он живой. Всем спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем удачи, пока. Ну, нага, это просто однозначно лайк.